Эх, дамы и господа, вашему вниманию предоставляется игра GTA 2, Grand Theft Auto 2. Как вам так сказать? Вместе с Витьком мы в нее поиграем, Витек это я. И эту игру давно просили застримить в рубрике ретроводов, вот она и пришла. Пришла к нам на стрим. Пока там чат взрывается пуканами, что «А, что за игра, что за говно, как в это можно играть?» Мы просто будем их игнорировать, будем читать то, что пишут нам хорошее, качественное. Может быть, кто-то подскажет, где танк спрятан. Ну и... Воу-воу-воу-воу! Кажется, без меня игра начала сама играть. Не-не-не-не-не. Я сам хочу. Так, игрок 0. Лучше начать игру. Так, ну как вы понимаете, это же GTA 5, только вид сверху. На самом деле, никакой разницы, я вам скажу по чесноку. Кто не видел GTA 5, смотрите GTA 4. В принципе, то же самое, только вид сверху. Так, мы с вами в каком-то Авалоне. Мы человек, на самом деле. Так, учеба. Эй, приятель, добро пожаловать в центр. Если не хочешь, чтобы тебе Максом свернули башку, слушай внимательно. Эй, чё тут трется кто-то? Эй, хорош тереться. Мы находимся на нейтральной территории, а все остальные районы поделены на зоны влияния трех враждующих между собой банд. Тюрепыр, ё-моё, да я это читать-то не буду. Я поеду куда... Ух, куда я поехал-то? О, менты, привет! Эй, менты, смотрите, я по встречке езжу. О, я Варя, смотрите. Какие толерантные менты, погодите. Я хочу за ними увязаться. На самом деле, я не собираюсь делать в этой игре никакие квесты, я хочу просто повеселиться сейчас. Давай, подрезай ментов. А, нет, я чуть-чуть не успел. Ну же, блин, у меня машина слабая, они на второй передаче меня обгоняют. Опа, дали. О-о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 -как они запрыгали-то. Едем, едем от них, давай! Ага, как я вас напарил. Ух ты, догнали. Так, где танк? Ребят, где танк? Хочу танк. А в первой миссии вообще есть танк? Там какой-то коктейль Молотова наверху был. Я не знаю, куда я еду. Я еду вперед, я еду от ментов вперед. Честно. Хоп, на разворот. Вообще надо их тачку забрать, вам не кажется? Они какие-то... Опа, броня. Давай, нападай меня. Да они еще стреляют. Эти какие чокнутые менты. Они хотят меня замочить. Ну-ка, кто здесь? Слушайте, а менты или чокнутые? Вот такой вопрос. Все, едем, давай. Опа, отлично, тачка. Да бери тачку уже, поехали. Они выкинули меня из тачки. Как так получилось? Давай, прыгай, поехали отсюда. Нафиг они меня сейчас укатошат. Слушайте, я быстрее их бегаю. Классно. Да что ж ты в эту тачку-то опять садишься? Твою мать. Как мне их укокошить? Где кнопка стрелять? Как тут переключать вообще? А, во, нашел. Оружие как переключать нашел. Все. Сейчас я буду вас убивать. Я буду вас убивать нещадно. Где вы? Вон они. Давай! Ура! Бум-бум-бум! Ментовоз! Я в ментовозе, пацаны! Куда еду? По какому-то парку, куда-то вперед, вверх! Ух, я чуть в море не улетел! Так, что здесь? Потрачено, пацаны! Так, давайте немножко чата все-таки посмотрим. Так, Витя сказал, что его... А, так, это все неправильно, ребята пишут. GTA 2, да, ребята, эта игра называется GTA 2, Grand Theft Auto 2. На самом деле, очень интересная, лучше всех. Давай, мочи меня. Ага, опять я ментов завалил. О-хо-хо-хо-хо, где моя тачка, чувак? Привет, менты, погнали. Едем, я знаю, тут преступник один есть. Ой, ух ты, там какая-то штука интересная. Ну-ка. Починка. Это починка машины? Двойной урон. Нет, это не починка. Ну-ка, поехали.
Ой, а что же, я по встречке-то опять. У-ху! Какой-то там мент-прыгун, видали? Виси... О, кажется, нам сюда. Нет, 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 не убивайте меня. Я хочу жить. Нет, он хотел открыть мне дверь. На ходу нельзя дверь открывать. Быстрая перезарядка. Перезарядка чего, интересно? Почему я пиликаю, как пиликалка? Так, что там? Там что-то должно быть интересное. Я знаю, в порту что-то всегда интересное. Наверняка здесь какой-нибудь танк спрятан. Так, здесь какой-то конвейер нелепый. Ружье. Огнемет. Как? Всего лишь 10 пунктов огнемета у нас с вами. Через какую-то секретную дверку я выезжаю. Нет, не секретная. Что мой ребенок делает? Наверняка здесь есть какое-то супероружие, не только... О, да! Парни, я его нашел. Наконец-то. Если честно, наугад шел. Давай. Задний ход. Погнали. Ага, маленькие людишки жалкие. Берегитесь, я на танке. Я требую... Ух ты, что это за группа в полосатых купальниках? Всех, всех задавлю. Привет, вирус, убивший мир. Почему-то меня спрашивают. О, красота, обожаю. Обожаю танк. Он такой неожиданный. Блин. Ух ты, сколько у вас? Рви, мочи, взрывай, копти. Да, детка. Ух, спецназ какой-то понаехал. Людишки жалкие. Так, сколько нам еще убить надо? Шестерых? Как вас столько убить-то? Где вы столько вас найти-то? Я сейчас не успею сделать жажду смерти. Нет, две, одна. Секунда, все, не успел. Фу ты, блин. Облажалово какое-то сплошное. О, можно танк, кстати, в перекраску, наверное, сдать, и нас никто будет потом убивать. Так, слушайте, а в чем задача-то игры? Я не понял. Давайте посмотрим. А, какие-то стрелочки есть. Опа, парни. Стоп, 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 стоп. Неужели вы меня из танка будете вытаскивать? Нифига себе, что это за машина у них? Я на танке проехал, а не взорвалась. Так, второй заход требуется. О-о-о-о! Так, пожарная машина. Мы едем на вызов. Давайте, давайте. Все вклиним. Ты что делаешь? Ты что с пожаркой делаешь? Слушай, обожаю танк, обожаю танк. Так, мы все-таки решили посмотреть, что же здесь происходит в этой игре. А, в этой... Фига себе, что там за таран у них такой? А, есть три фракции. Так, ты что, обогнать меня решил, да? А, три фракции. Давайте поспокойнее немного будем. А, едем себе куда-то хотим, куда... Ой, что-то я... Если они мне полицейский поворот хотели сделать, или что? Как, заворот? Так, а, нам надо делать задание. Мы сейчас едем к одному из телефонов, в котором нам дадут задание. Единственное, я не знаю, как мне теперь от ментов отделаться. Они какие-то агрессивные стали, вы увидите. И не хотят меня отпускать почему-то, хотя я вроде бы не так уж много их убил. И они, правда, бесконечные какие-то. Так, синенькая стрелочка. Синенькая стрелочка ведет нас к... Ой-ой-ой, гражданские пострадали, как так бывает. Я так чувствую, нам проще сделать потраченный и посмотреть, что здесь все-таки есть за... Ой, тупик. Извините, 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 я задом, задом сдаю. Я не умею поворачивать, я только так могу. Ой-ой-ой, сейчас они меня из танка доставать будут. Тут главное не останавливаться, ребят. Так, 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 кажется, я почти заехал куда надо. Так, люди какие-то, широта какое-то. Взятка мин... взятка! Ха-ха-ха, народ! Ништяк какой получился. Я нашел взятку менту случайно совершенно, и менты от меня отстали. Видать, хорошая, солидная взятка была. А если я здесь танк оставлю, ничего, никто не... О-о-о. Крутяк, оказывается, на танке можно еще и дулом шевелить. Тихо-тихо, я не хочу вас убивать, ребят. Тихо-тихо, танк едет, осторожно. Вот-вот, сейчас мы на танке будем делать задание. Вон, телефон вижу. Надеюсь, его никто не угонит у меня. О, правильно, люди делают такие...
фух, в разные стороны сразу разлетаются, как только видят танк. Так. Ограбление банка. О, это как раз на танке надо ехать. Ай, указай. Может, он козел? Так, это Джонни Зоопарк. Мне грязные деньги на счет капнули, так что помоги моему человеку из банка Хироши. Возьми машину и оружие. Так, я беру сразу и машину, и оружие. Два в одном. Почему я не могу зайти в танк? А, мне нужна специальная машина. К сожалению, ребят, я танк не смогу взять. Главное не забыть, где я его припарковал. А то же я ж могу, я от игры не знаю. Какая-то музыка играет электронная. Здесь, кстати, можно перекраситься. Ту-ту-ту-ту-ту. Ой, извини. Пробка. Так, Витя, ты что, с дуба упал, в такую древнюю игрушку играешь? Пишут мне в чате. Нет, ребята, это у меня рубрика ретро. Да что ж ты ж на красный едь, хорош уже. Фунабаши тут какие-то тут. Какие матерные вообще слова пишут мне сверху. Нельзя так, что ли, проехать? Вот они едут, как эти. Ой. Ой-ой-ой, стена. Кажется, я немножко не туда заехал. Ой, менты, извините. Я не хотел. Я вас обгоню, можно? Уж менты реально лояльные какие-то. Либо я в каком-то в городе без правил езжу. Так. Хоть одно-то задание. Ой, менты, извините. А, нет, все, это не они. У-у-у. Разогнался я, конечно, знатно. А вот банк, вижу. Здание банка. Что мне надо там сделать? Припарковаться, я так понимаю, да? Так, Хироши не выйдет, пока у банка торчит охрана. Ну давай, так, эй-эй. А, специально, чтобы я туда не мог на машине, да, заскочить? Охрана! Где ты? У меня есть огнемет. Эй, парни, привет! Давайте вместе с вами побегаем! Хироши, бежим отсюда! Хироши, отсюда как можно быстрее. Ох, менты за нами. Давай, Хироши. Валим в Хироши. Хироши. Твою мать, сейчас меня... Твою мать. О, ментовоз меня сейчас дропнет где-то. Ну, Хироши, а. Херовости, Хироши вышел. Да что ты увязался за мной? На. Пойду за танком. Ой, менты меня прямо увидели. Опа, 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 я типа спрятался. Меняем тачку. О, автомат, автомат нам должен пригодиться. Так, как его взять, как его взять? Как хренов автомат взять? Блин, здесь какие-то катакомбы просто. Эй, катакомбы. Эй, менты, менты. Как так? Как я здесь очутился вообще? За что мне это? О, тачка. Слушайте, тачка, кажется, это моя тачка-то. Я здесь ее бросал, когда от ментов гонял. Ох ты ж. Ух ты ж, базукин! Что это? Вау, ракет лаунчер! Замечательно. Сейчас я пойду жахну. Куда жахнуть? Сейчас мне, правда, менты опять захотят, но ничего. Да блин, здесь тупик. А, нет, не тупик. Да нет, все-таки тупик. А, нет, не тупик. Выход-то будет. Я все бегу, 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 бегу. Так, кажется, я сейчас прибегу туда, куда хотел, на самом деле, изначально. Далее как я? Парадропер, а? Выпал просто. Выпал и сразу в машину упал. Рокет ланчер. Так, парни, пустите. Пустите, мне надо к синеньким. У меня там танк залежался. Эй! Ух, какая реактивная машина. Ой-ой-ой, блин, если бы я так водил на самом деле, это была бы беда. Где-то здесь мой танк живет. Эц, мимо. Танк. А, нет, не здесь. Нет, я все как-то мимо-мимо. Это не танк. Ну ладно, давайте еще одно задание. Голубые указатели приведут вас к телефону Якудзы. Позвонив по телефону, любой человек с достаточной репутацией, вторым получим работу. Так, а я, видать, это... Якудз больше не котируюсь, да? Что делать? Надо найти танк свой.
Где-то он должен быть. Эй, менты! Хорош, вы мне тачку подпалили. Ну все, иду разбираться с вами. Где вы? Ну, где вы? О! Твою мать, бежим! Так. На! Портал залетел, нахрен. Вы видели этот полет? Полет спрайта, нахрен. Так, погнали. Мне нужен танк. Всего лишь мой танк. Верните мой танк. Где я его оставил? Что это такое? Double damage. Ой-о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 й. Во-во, я нашел третью полосу движения. Так, ну я явно не там, где я оставил танк. Да хрен его знает, какие-то телефоны нащупал. Айда посмотрим. Видимо, это не те телефоны, которые мне нужны. Замочи якус, сделай нам приятно. Телепортирующиеся менты, это круто. Ну, как вы понимаете, беспределить можно очень долго и бесконечно. А можно делать задания. Но на самом деле самое интересное в этой игре, это не то, что задания делать. Самое интересное в этой игре, это, дамы и господа, я вам скажу, мультиплеер. Здесь можно в большом количестве, на маленькой карте, вот такой трешняк творить. И ментов там будет больше, и там будет еще не то, что менты. Там будут еще ФБРовцы. Потом будет армия. Армия, когда придет в город, зайдет на вас охотиться. Там они прям с танками будут. У них танки можно будет прям забирать, занимать. Что же вы творите, а, изверги? Бип-бип. Бип-бип-бип-бип. Нет. Ну, кажется, танк я свой похерил, да? Я никогда больше не найду свой танк, к сожалению. Мне бы новый найти, но новый там не зареспавнится, я думаю, в том месте, где я его нашел. Видимо, единственный у меня путь есть, это сдохнуть, блин, в темном уголку. Опа! Видишь, они меня остановили знатно. Ой, я горю! Когда машина загорается, пора выходить. Так, какие-то тихие улочки. Какой-то ангар. Там наверняка стоит танк. Запели. Кто там что запел, я не знаю. Ой-ой-ой, менты, менты. Бежим. Ба-ба. Дали, как я задом умею бегать и из базуки стрелять? В смысле, да, все правильно сказал, а то подумал, что сказал, как будто я задом из базуки стреляю. Это было бы... Жажда смерти! Ууу, следующий. Люди! Люди, я иду к вам! Ууу, пистол, пистол! Ой! Твою мать, убили! Слушайте, меня где-то выбрасывают. Нифига себе, они добрые, а? Да за меня кто-то взятку заплатил. Да, ребят, сейчас игры уже не торт. Вот раньше, видите, какие игры делали. Не то что. Интересные, движушные. Куда я бегу вообще? Кто-нибудь знает? Жажда смерти, огнемет. Что-то я медленно бегаю. О, парни, неудача постигла вас. О, как вас тут много! О-о-о. Везет мне на жажды смерти сегодня, и я аж случайно захожу. Чё ты? Давай. Фриз, I'm a backer. У-ху! Поливай, заливай их всех. Ой-ой-ой, ой, взрывай, мочи.
Где мне столько людей найти? Тихо, тихо, тихо. Сейчас мы ментов столько найдем. Мороженщик. Ха. Огоньку не хочешь? О, парни, огнемет вам! Такси, привет! Опа, опа, опа! Что-то мне кажется, я не успеваю нифига. Где найти столько людей, чтобы поджечь там всех нафиг? Как так? Фига себе, он мимо моей струи проскочил. На! Чё это я сдох-то? Удивительно. Интересно, мы все-таки сможем с вами сегодня сделать хоть одно задание? Прям хочется. Давайте к Зедам поедем. А, возьмем сейчас тачку какую-нибудь. Поедем осторожно к... О, привет, ребят. Нет, я не вашу тачку хотел брать, извините. О! Ромеро! Бредмобиль просто какой-то. Эй, куда, как туда проехать-то? Наверное, сюда. Пара-па-па-пара-пу-пару. Так, во-во, Зеды. Привет, Зеды. Тихо, я вижу телефон, как его взять? По-моему, проще пешком дойти. Так. Авария ментовоза. Так, это так. Информатор продает наши секреты легавым возле участков в Зарелле. Так. Ментовоз припаркован, возьми его. О, обожаю брать ментовозы. Так. Надеюсь, мы все-таки сделаем эту миссию. Не запорим ее, а то в последнее время мы как-то сильно много запарываем. Тут пишут, что GTA 2 не камильфо, нужно было играть другую, какую-нибудь GTA 3, 5. Ребят, ну... В конце концов, скажите спасибо, что я не взял играть GTA 1. Хотя игра классная тоже была. Мне кажется, я не туда еду. Стрелочка в другую сторону указывает. Надеюсь, здесь я смогу как-нибудь пробраться туда. Бедные люди, ну вот что они делают, а? Вот стоят где-то, непонятно где. Машины их давят, а они все стоят. О! Твою мать, здесь забор. Ну и как это понимать? А, во, нормально, здесь можно проехать, пройти. Ух, сейчас поедем. Ох, с ветерком. Так, менты. Они не запалили еще, чтобы не свои. А если мы вот такой маневр сделаем? Маневр не удался. Здесь, кажется, клозет полный. Блин, у меня настолько быстрая машина. Бам! Сократил путь слегка. Сейчас окажется, что мне надо было в целости и сохранности его еще привезти, этот ментовоз, а я его угуваздал тут. Уговняшил, можно сказать, даже. Уже куда-то заехал в кого-то. Так, видимо, нам на ту территорию как надо попасть, да? Слушайте, я на ментовской тачке, мне все можно. Во! Так. Отвези Шейди на свалку, заебацу. Ребята, это не мат, это название группировки местной. Ну, поехали на свалку, ребят. Из клана заебацу. Кого укачивает, пожалуйста, выключите стрим. Ой, как неожиданно получилось, извините, пожалуйста, не хотел. Ой, гоним, они гонятся за нами. Воу, стенка! А? Дали неожиданность какая, им тоже было неожиданность, это стенка. К-
куда там? О, дверка, вижу. Опа! Так. Куда это они его? Мы сделали задание хотя бы одно. Ребята, мы с вами супер-пупер-мега-круты. Ах, замечательно. Прям вот машину бы взять. Какой-нибудь... Во-во-во. Конечно, зеды будут не в восторге. Так, желтенькая миссия нам теперь доступна. Я так понимаю, это сложность миссии. Сейчас сделаем желтенькую и сможем вообще... Ух ты, какая точечка. Я просто ору, как Витя играет в эту GTA, пишет. Ну, правильно делаешь. Ори! Бойся, мать твою. Такой чувак стоит, поливает потихонечку из автомата по кому-то. Меня за что? Тихо, менты, осторожно. Оба, не пройдешь, не... Ах, ты прошли, гады. Что делать с ними? Надо валить гадов. Все. Так, задание. Ты думаешь, заебаться уважать тебя? Блин, я слишком много их передавил. Я теперь не могу взять эту миссию. Ну твою ж налево, ну как так неудачно получается все время? Ой, я шикнул. Эй, а где тут только что ментовская тачка была? Это что такое? Ой, ай, убивают. Парни, хорош, я свой почти. В стельку. Морить сейчас убивать буду. Ну все, вы меня зажали. Опять дропнули меня где-то. Без оружия, без всего оставили. Куда я бегу? Чего я хочу? Ну давайте попробуем все-таки сделать какую-либо миссию. Ой, какой. Во, а вот эту машину возьмем. Это моя машина. Я ее первую гнал. Опс, извиняюсь. Помял. Так, кому едем? К зедам поехали. Они все-таки меня уважают хоть немножко. А вот музыка раньше была в играх, а не то, что сейчас. Какой-то... Душа поет вместе с этой машиной. Едешь, когда на ней... Пистолет я подобрал каким-то образом, сам не знаю каким. Хоп! Я приехал, парни. Слышите, у вас машина штучится в дверь. Штучится в дверь машина. Кручу-верчу! Продолжить прям так и хочется, но матом нельзя. Так, якудза завалила улицы дешевым товаром. Подвези моим дилерам дурь быстро. Возьми новую партию и гони. Так, ну эта машина не подходит для того, чтобы дурь возить. Это не дуревоз, ребят. Это не дуревоз. Ух ты, какая машинка. Во-во-во, дуревоз! Эй, ты чё меня чё-то видите? Чё ты сбил меня, а? А ну дайте мне дуревоз какой-нибудь классный. Вот. Ватсап? Блин, опять мини. Да господи, дайте что-нибудь хоть. Хорош! Ой! А, наконец-то. Наконец-то я нашел дуревоз. Скорая надо. О, скорая самый лучший дуревоз на самом деле. Ой, какая здесь радиостанция-то классная, а? Секс FM, что ли? Опс, извините, кишки кому-то выпустил. Так, а где дурь-то взять? Так, э? Здесь какой-то проезд секретный. Нет, не здесь. Да как сюда проехать-то? О, вижу дурь, парня. Все, дурь есть, погнали. У нас 3 минуты, чтобы доставить дурь по адресу.
по адресу какому? Проспект Вернадского, дом 17. О-о-о-о-о, какая точила-то классная, а? Случайно заехал, извините. Жалко, что это не танк. На танке доставлять дурь было бы вообще угар. Опа! Парниша, на тебе дури. Так, стопэ, надо еще одну дурь найти. Чумерь, дуримара надо найти и задонатить ему дури. А если я его задавлю случайно? Вот угар-то будет, а? Хоп, она перекресточке стоит, а? Я тебя сразу узнал, на, парниша. Фига себе, мне грузовик прям взял, даванул так в бочень. Так, ниже, едем ниже. Пропустите. У меня люди умирают без дури, а вы тут едете как непонятно кто. Вот я как пьяный очковод какой-то. А как здесь проехать-то? Давайте так, задом я тоже умею. Допусти, у меня таймер кончается. Я прям в него остановился. Так, ну что сказать, ребят, ну какая-то авария тут у нас произошла в очередной раз. Я даже не знаю, следует ли продолжать игру, потому что как-то явно не получается, как вы видите. Самый угар, наверное, был все-таки на танке. Хотя нет, это тоже ржачно. Попробуем еще одну миссию взять. О, все, цементовоз, в смысле, скорая, давай, берем. Поехали к зелененьким, у меня там где-то танк должен быть. Вот я вообще, видали, как я с мастерски вообще не врезался. 30 секунд, наверное, ехал. Не врезался. Хотя нет, я, наверное, утрирую. Ой! Ну скорость все можно. Фрутбат. Так, что-то меня сюда вело, потом обратно. О, вот здесь мой танк должен быть, да? Нет? Твою ж мать, это какое-то другое место. Нет, здесь танка. Или я к синим танк отвозил? Я уже забыл. Пицца кейк. Громил, это я, Элмо. Пицца кейк, всю дорогу мой любимый жрач парашет. Гони в университет, возьми тротилу, дашь им новый рецепт. Ха-ха. Атас вообще. Вау. Сейчас погодите, я на скорой тротилу подвезу. Блин, ну надо же так озвучить, а? Дашь им новый рецепт. Так, где тут тротилу-то взять, ребят? У вас тротила есть? Нет? А если найду? Е, вижу тротилу. Опа, ладно, Громил, отвезешь бомбу в пиццу кейк сам. И смыться не забудь. Это действительно. Главное там не сесть пожрать после этого. Скорая, мне все можно. Ух, менты, вы ж как не вовремя, а. Иди, тихо, не вынимать меня. На самом деле от одного мента можно отстояться просто. Ах ты ж, твою мать. Горим! Сейчас я тебя на капоте-то прокачу. 5 секунд. У-у-у, у нас 5 секунд, парни. Не, сейчас. Твою мать! Опять я провалил задание. Да что это за суперсложная игра-то вообще такая? Как в нее играть? А ну выходи. Парни, есть что? Блин, я просрал все, что только можно, ребят, я даже не знаю уже. Это не моя игра, видимо, да? О. Ну, пойдем поедем еще к синеньким. Может быть, они меня простят и поймут. О,
танк! Я нашел тебя, господи! Наконец-то! Вот прощение всех грехов сейчас будет. Всем подряд. Армор! Так, опять ограбление банка, да твою же мать! То же самое задание, ребята. Но надеюсь, в этот раз я справлюсь. А потом за танком вернемся и почудим. А чё ты сразу за мной-то поехал, а? Чу-ч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 у. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Блин, тачка мощная, кстати, быстрая такая. Я еще не врезался. То ли мне везет, то ли я профессионал. Наверное, везет, да? Оп-оп-оп. Та-та-ра-та-ра-рай. Та-та-ра-ра-та-ра-рай. Тихо. Та-ра-ра-рай. Ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. Упс, не туда. Ну наконец-то. Бип-бип-бип-бип. Та-та-та-ра-рай. Ух ты ж, ой, блин. Кстати, если я запарю машину, я, видимо, опять запарю задание. Поэтому надо осторожней по тротуарам ездить. Опа! Га себе подрезал. Я думал, что когда он это сделает, а? Ты же запарил. Да дай перекраску-то въехать. Ха-ха-ха! Ништячки, парни! Перекрасочка-то работает. А что здесь еще есть? Смит энд Вессон. 25! О, моя тачка стреляет! Ой! Твою мать! Я слишком поздно понял, что я сделал. Я опять облажался. Меня уже заебаться просто убивают. На! Я установил мину, ребят. Я установил мину на машину, активировал ее. А, жесть! Ну что за чудило, а? По-моему, я ни одной миссии еще не выполнил. А, не, была одна миссия. Все, хочу танк. Мне нужен антидепрессант. Ух ты, какая машинка. Ух ты, моя радость. Ух, гоночные печали. Ух, какая прелесть. Ух, как она рвет просто с места. С такими звуками люди разлетаются в разные стороны от нашего мешка. Блин, я опять потерял танк. Где мой нахрен танк? Верните мой танк. Где же ты? Танк. I need you, I need you, I love you. Я знаю, нам нужно заехать в Зедов. Зеды, где вы? Зеды, где вы? В черненьким. Убивать черненьких, и тогда синенькие нас будут любить. А как только синенькие нас начнут любить,
место. Мы сразу же найдем наш танк, потому что он стоит рядом с телефонами. Но задания мы больше брать не будем. Я устал делать задания. Они невыполнимые. Зачем делать невыполнимые задания в игре? Я не понимаю вообще. А ну выходи. Ду-ду-ду. Нет, синенькие еще не любят меня. Ща будут любить. Где все эти ваши черные? Они должны быть там, где есть... Опа, нашел одного. Опа, еще одного. Пистол. Какие они дружелюбные-то, а? Я вас всех передавлю, черные. Куда я заехал? Не хотят они. Не хотят синенькие меня любить. I need more. О, все, синенькие меня любят. Отлично. Че-то я заехал вообще в жопито какой-то. О, выехал. Так, моя тачка скоро вообще запылает, я так чувствую. Я как пьяный алканавт какой-то гоняю. Угу, все, валим. Валим, 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 валим. О, берем вот это. DFM! Едем, 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 давай. Ух ты, какие чокнутые полицейские просто. О! Неужели? Так, это зелененькие. Погодите, мне нужны синенькие. У меня около синеньких. Пистите, пистите, пистите меня. Нет, я там ударение ставил, подождите. Гась, отрыжка по радио, круто. Я тоже хочу быть таким ведущим. О, танк. Я видел танк. Его любил я. Нет, 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 отдайте меня, я хочу жить. Мой танк, мой танк. Да куда ты садишься, вылези? А! У меня уже эмоции кончились. Ну как так можно чудить? Я так никогда, наверное, танк не возьму. О, танк, привет. Какого хрена? Я неужели не могу в танк просто засесть? Дайте мне мой танк. I need my tank. Почему я не сажусь в него? Или он типа не мой считается, и теперь я не могу его брать? Твою налево. Я столько ждал этого танка. Так его хотел. А он теперь не берущийся. Плачу. Я просто плачу. Может быть, там новый заспаунился? Где я его, кстати, нашел-то? Где-то в порту внизу. Пойдем посмотрим. Куда-то я помню вниз, вниз ехал. Вниз и направо, вниз. Наверное, там где-то, да? Пусть там будет танк, пусть там будет танк.
Что-то я вообще не там. Невидимость! О-ха-ха! Так... Здесь с глушителем. А где же мне столько людей-то найти, а? Они хотя бы не разбегаются, уже хорошо. Менты меня не видят. Здесь кто-то умирает. Эй, парни, 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 привет. Какая жестокая игра. Какая жестокая игра. Есть у меня один любитель. На ютубе он все время говорит: такая жестокая игра. Представь, если бы на месте этого человека был бы кто-нибудь. Я говорю: эй, чувак, это игра. Он все никак понять не может, что это игра, видимо. Кажется, он не успевает, да? Я, походу, делал неудачник. Я вообще ничего не успеваю, ничего не могу. Тра-та-та-та-та-та-та-та. Каким-то безлюдным местам хожу. Ну, если по человеку в секунду убивать... вот они все! Гаси! Гаси! Нифига, не успею. Все. Считай меня неудачником. Поезд! Поезд, возьми меня с собой. Ну вот, я только хотел на поезде уехать. Ну круто, жажда смерти провалена, меня 4 мента ищут. Видимо, сейчас найдут. Эх, неудача. Ну что, на такой вот неудачной ноте, очередной неудачной ноте, мы, наверное, закончим с вами игру. Как вы поняли, это был GTA 2. GTA 2, Grand Theft Auto 2. Очень классная игра. Лучше, чем четвертая часть, уж 100%. Хотя что может быть лучше четвертой части? Только вторая. Ха-ха-ха. Ладно, не буду зарекаться, что там лучше. Но движуха здесь, конечно, отличная. Всем спасибо за внимание. Мы сейчас гоняем по каким-то подворотням и едем хрен знает куда. Просто бесцельно, и вот это будет такими титрами. Спасибо, ребята, вам за внимание. Я с вами, можно сказать, прощаюсь. Напоминаю, что с вами был Витёк. Жажда смерти, убей 20 людей пожарной машины. Отлично. И, в общем, до встречи в следующих видео. Ну, надеюсь, чуть менее упоротых. Ну, пока я забавляюсь пожарной машиной, смотрите. Титры. Это титры, ребят. Всем пока!